Бросает, а не знаешь, что Лена знает. Да не, охота что. Остановились мы вот в этой базе. Город Тур. Она вроде с виду небольшая, но внутри много комнат. Человек 10-12 вообще может свободно разместиться. Погода отличная. От дома ведет такая вот тропиночка до участка. До источника идти немного, минут 10. Ну то, что облагородили, да, хорошо. Лесенки, подсветочки, зоны отдыха. Тут на летом, весной, в принципе, хорошо. Зимой, конечно, не сильно выбирает, но проезд есть. На машине заехать можно. Ну вот они, южные источники. Ну, в принципе, то же самое, что и все они представляют. Только единственное, здесь вот, скорее всего, вода, наверное, проточная. Она как будто почище. Водичка. А тут тропиночка какая-то, то ли родник, то ли что, как будто грязь черпает. Такой вот песочек, в тех источниках раньше был такой вот песочек на дне, тоже в него зарываюсь ноги, он горячий, вообще кайф. Черт, у нас ну здесь вот, наверное, они песок и набирают. Не знаю, в каких целях, лечебных. Да, вот он. На дне. Лечебный. Чё-то у нас. Смотрю. Ой, тут видно, вообще даже никого не было. То есть тут такие вот поручни сделаны. Ой, а вода-то холодная. Видно, он уже, наверное, остыл. Либо что-то с ним случилось. Говорили, что нарушение его целостности как-то его испортило. Вот это вообще остыл. У нас вечер, вечернее купание тоже практикуется, тут все светится, подсветка работает. Народ ходит и вечером, и утром, и ранним утром, и днем, и ночью. Тут, короче, народу хватает. В любое время суток можно ходить, купаться. Народ ходит. Сейчас посмотрим, сколько там народу. Машин стоит достаточно, значит, там люди есть.
Ну, свой кайф тоже, в принципе, вечерком покупаться есть. Вот народ идет.